Всем здорово! Сегодня мы едем в Заславле на Неманские торфяники. Первая заправка будет через примерно 150 километров, поэтому одного пока не хватит. Поэтому я прикрепил себе на хвост экспедиционную канистру на 5 литров. Вот, посмотрим, что будет. Кто-то ёбнулся на мокрой траве стопудово. Наверное, вот этот поп. Они, может, поехали по кругу, там же... Эти доедут, они наверное. Поехали. Наверное, нет. В обратную сторону решили. По карьеру просто поездим. Да нормально, это ж полноприводные. Заставлю вот такая вот есть красота. Частное озеро. Поделено, наверное, на свои пляжи. Красивые очень. По-богатому. Коряги стоят ржавые. Красота! Вообще огонь! Все, солнца только не хватает, и так самый настоящий кайф. Как в той песне поется. Проебал размеры, да. Русак, ну и русака, русаки звонят, говорит, что ты нахуй отправил окна, блядь, размер не подходит. Он говорит, так возьмите за пенсию. Они приехали и запенили. Только что проезжали, сидит дед в открытом туалете деревенском. Дверька открыта, и он нам рукой машет, там сидит Серега.
блядь. БСЕ! ГАЗУ! 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 Надо газовать, газу! Не надо, надо брать вот здесь вот. Мастер-класс, давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, если отсюда не получается, подходишь с этой стороны. Раз. Два, три, четыре. О! Сказывается. Я тут твой смотрел, я еще видел, где работал. А как я еще смотрю? Так. Так. Уже лучше, да? Мастер-класс показывает. Но сказал, никому не подходи. О! Нормально ковырнул. Обратно. А теперь газу давай, заводи газу. Надо ж поставить, ну, основной грунт. О, нормально ремонтировать можно. Газу! Вторую! Так. Если так не получилось... Можно! Как красиво падает грязь. Прям я slow motion сделал. Не поедет вообще? Поедет! Это же БСЕ. Сейчас можно. Падает. Надо глубже воткнуть. А? Ты даже убирайся. Ну, блядь, кто-нибудь засадит, хуй подойдет. Будете сами сорять свои корчи. Я не сказал не подходить. Ну все, блядь. Нет, в Турции только ты был, да? Что за говно, слушай? Ты про мотоцикл или вот... Про... Хуйню, блядь! Если на этот раз не получилось, то нужно поржать. Мастерство. Ты череп фоткал? А? Череп фоткал? Нет. Какой череп? Телефон мыл, не видишь? Какой череп? Ой, нихуя себе, я не вижу. Смотри, не боись, блядь. Что с телефон? А? Что с телефон? Зубы не чистил. Живой. Во. Утопил. Немножко стремноватое.